Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием The Binding of Isaac в 3+. Йорана, Изик. Скорее всего, дальше мы будем рандомить, потому что за одного и того же играть как-то не очень интересно на самом деле. Почему? Потому что... Потом забываешь, как играть за других, плюс нужно открывать предметы за других. Так, сатанинская книга. Ох, ну нам сразу повезло. Не нужно долго мучиться. И урона у нас достаточно теперь. Да, для начальной игры. Для начальной стадии игры. Так, там карта хорошая. Так, это обычный же, да, уровень. Так, больших пауков нужно убивать. Ой, там еще один айтем. Зареролить бы его. Ай-яй-яй-яй, вы что, гоните? Ребят, не-не-не-не-не. Нельзя меня убивать. Еще рано. Меня убивать еще рано. Ух, там хорошая монета. А чтобы взорвать, мне нужно сюда взорвать. Ладно, давайте дальше. Мне нужно все это сделать. Ух. Тихо. Паучий уровень. Очень большой паучий уровень. Сейчас закроют меня еще в ловушку. Так, акульки ломаем. Качество на монетке проверяем. Черное сердце, блин, мне желательно бы оставить. И слив. Так, бомба, окей. Монетка не дают. Вау, я не знаю, как он прошел сквозь меня, при этом не нанеся урона. Походу, я очень везучий. Двойная бомба при этом мне падает. Мне бы ключик хотя бы один. Я тоже был бы не против. Ну. Отлично. Поехали. А, паучий босс у нас. Ой-ой-ой. Не цепляй меня. Отлично. Что-то нам дают. Запасный слот. А, пускай будет. Это же запасный слот у нас для этих, да? Карт. Или запасной для триник. А ну нужно. Ай, блин, я ж уже не посмотрю, ладно. О, ништяк. Просто ништяк. Просто везение. Изи забег. Изи ран. Два в одном. Ай-яй-яй-яй. Зараза. И главное, я не мог бы ключ себе ставить. Черт. Ладно, с кем не бывает. Главное, сердца не потерять из огня. Так, проход еще снизу у нас был. Не, ну...
запороть вот этот ран, это будет немного как бы убого, мне кажется. Сделаем так. Сразу рерол на следующую комнату. Только минус, у меня нету ключа. Да, плохо. Нету ключа, но есть две бомбы. Ну смотрите, как мне повезло. Я получил халявное сердце в начале. Грипп. Плюс 4 дополнительные атаки. Если бы еще вот с этого камешка мне выпало сердце синее. Бинго. Плюс я еще вернул себе бомбу. Окей, у нас есть батарейка уже сразу для рерола. Осталось найти нам где-то с вами ключик. Пипец, 6 дамага. Пожалуйста, мне нужен ключ. Мне нужен ключ. Плес. Будет ключик, я смогу открыть золотую. Не будет ключика, это плохо, придется... Ага, в магазине я думал купить, ага. Ключ, пожалуйста. Дай мне ключ. Сердце. Ключ, пожалуйста. А, у меня ключ есть. Ну, в принципе, шанс на то, что выпадут зубы. У меня двойной, да, ведь, по сути? Даже четверной. Но все равно с процентом. Так. Так, ну, это не факт. Не, зубы падают. Но мне нужно больше удачи. Не помню, что на самом деле зуб мне дает. Но, скорее всего, урон увеличенный. Тис. Зубчик. Так, вижу хороший камень. Снова же. Давайте я... монстра сражусь. Ой-ой-ой. Блин, как я так попался? Блин, взять, попасться под... Ой-ой-ой. Черные сердца, да? А, скорость атаки. Скорость атаки, это тоже хорошо. Не буду я... Буду на хороший ком... А, блин, а стоять. А что это у нас получается? Зубы я уже взял. Ну, давайте, ладно, хороший камень попытаемся взорвать. Если нет, я вот костер еще взорву. Ладно, повезло мне с сердечком, поэтому погнали. Ниже. Мне нужен все же ключ. Ключик обязательно. Так, амнезия у нас. Частые выстрелы, это всегда хорошо. О, ключ. Тоже хорошо. Мне нужно желательно еще один ключ где-то раздобыть, чтобы я мог открыть магазин. Так. Стоять. Давайте удачу возьму. Какая удача у нас будет? На удачу у нас будут чаще зубы падать. Как вы видите, более часто почти каждый выстрел у нас это зуб. У нас уже удачи две. В
Главное не жрать таблетки плохие. Так. Ну, это я смогу в любой момент подобрать. Если захочу. Так, еще нужно 3 заряда, еще нужно найти где-то триньку запасную. Ай-яй, ай-яй, опасно, опасно, опасно. Хороший камень вижу. Сейчас взорвем его как раз. Очень хороший камень. Мужики, унитазы, минус. Плюс еще хороший ключ. Так, ну магазин нам обязательно нужно найти. У нас уже монетки на 2 предмета. Так, берем черную. Подождите, а раньше разве давали нам за... засвечивать сердца черные? Я даже уже не припоминаю. Что-то я даже за это не припоминаю. Пьем. Ай, это плохо. Тихо. Получай зубом. Белое сердце, ништяк. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Как я так? Блин, я чуть еще плюс в проход не прошел. И забег бы запорол. Так, побежали. Это у нас обычная версия. Не чемпионская, ничего такого. Готово. Мясо, фигня, шприц плюс дамаг, берем. Погнали, зачистим сразу остальные комнаты. Так, у меня 3 бомбы при этом. И сейчас будет еще одно красное сердечко. Блин, можно еще пойти на арену сходить. В принципе, у нас уже даже сва... А где зубы? Спасибо. Ой, это херня, не хочу открывать. Можно сходить чисто ради батарейки. Отлично, все, можем идти отсюда. На следующий этаж заюзаем сразу ключик, если найдем магазин. Либо нужно заполнить будет автомат монетками, если мы найдем автомат. Но пока что удача на моей стороне. Главное, чтобы так дальше продолжалось в этом забеге. Так, сразу у нас херовая комната. То, что мне повезет с той комнатой. И то, что, и тот, и там то, что мне нужно. Малый шанс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Готово. Плюс еще один ключик у нас есть в запасе. Блин, сайт карта. Возьмем больше карт. Да, это у нас 2 тринки теперь, отлично. Значит, это херь ухо, я не знаю, что это. Нормальный предмет. О, отлично. Давайте проверку сделаем. Хотя, смысл я не вижу. Голова кота. Ох ты ж, ё-моё. Как глаз, берем. Ну, здесь по-любому реролить. Отлично, просто отличненько. Нам увеличили дамаг. Так, маска. Маска это фигня.
Пойдемте тогда наверх, потому что вниз, скорее всего, нам нужно. Нам нужно еще найти магаз и найти, ну... Прикидываю, сейчас из него тоже выпадет что-то. Я угорну. Нет, просто бомбы выпали. Хотя могла выпасть и тролль-бомба, поэтому нам тоже, считай, повезло. Так, у нас есть ха-глаз, можно заюзать его здесь. Две пилюли? Нет, не буду. Может быть, нас сделают просто меньше, но... Не хочу. Ах, успел, да? Я молодец. Так, спавнер мух. Нафиг нам не нужный. Так, пока что идет все отлично. Ха-глаз мы потратили. Там только две пилюли было. Если бы еще выпал гриб у нас. Поганка, я бы еще охерел. Оп, чуть не попали, дабл маним. Чуть не попали, дабл маним. Next. Блин, а. И не достать, главное. Блин, у меня уже перезарядился, камон. Вас терзаю, я бы еще, если бы есть, тут терзал нас. Монеточки. Еще монеточки. Бля, ни магазина, ни хера. Босса уже нашел я. Вот босса я уже нашел. Я не нашел еще ни магазин, не нашел. Не, этого не нашел, золотую комнату. А вот оно и все. Все то, что нам нужно. Так, телепорт с боссом. Сразу смотрим, что в магазине. А, патин ключ можно взять. Хотя, нафиг нужен. О. Так, вот здесь мы сделаем... Double money. Покупаем. Заходим в золотую. Давайте сделаем вот как. Возьму карту. Пойдем на босса, убьем босса. Если там будет все нормально. И в райской комнате есть. Или адской. Хотя всего скорее выпадет адская комната. Ну, все же выпадет что-то. Ай! Адская комната, так, спиды. Окей. Блин. Даже не знаю, в принципе, дамаг можно взять. Так уж и быть, берем дамаг. Уходим. Забираем это дело. Мне скорость пригодится. Мне пилюлю дали место. Я понял. Full heal up. Да. Ладно, в магазине у нас что-то есть. Все двойное возьму. А мне на батарейку не хватает. Вот черт, нахера еще бомбу потратил. Ладно, возьму бессмертие. Возьму тогда бессмертие. Так, у нас еще будет две комнаты с двойным дропом. А, фу, вот император. Вот наш император. Так, сразу наверх. Машина предсказаний. Не нужна. Ну, давай. Если смотреть, что у нас все двойное, для меня это было выгодно.
Что за карта? Телепортирую, да? Так, монетка. Сразу телепортируемся. Да, все-таки хорошо, что я взял все двойное. А я думал, что тут двойной у нас этот. Двойной бомбочки. Тогда все отлично у нас выходит. Тратим два ключа. На бомбы. Отличненько, еще бомбы. Бежим на самый верх, взрываем, короче, аппарат. Еще бомбы. Так, мамина ножка. Берем, заходим. Я чуть не заюзал. Блин, а я бы сундук открыл. Ну, я тогда целое сердце теряю. Ладно, потом за картой вернемся. Монетки. Ключик мне можно, пожалуйста? Пожалуйста. Ключик. Мне нужен ключик. Спасибо. Так, у нас сейчас только адские сделки, поэтому не стоит нам портить забег. Так, еще бы ключи повыпадали, было бы замечательно. Но пока что меня просто бомбами накидывают. Тоже, конечно, с одной стороны неплохо, но... Так, Хагалас. О, ключи. Шляк. Да, взорву, конечно. Купон возьму. Купон — это святое. Тихо, 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 тихо. Ага. Так, херня. У нас есть три батарейки в запасе. Нам еще нужно золотую комнату найти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас монеты, я могу купить себе еще вещи. С купончиком. С купончиком можно сделать все, что хочешь. Ай-яй-яй. Плохо-плохо. Пойдем, короче, за самой верхней батарейкой. Сразу ее заюзаем. Сокращение пути сделаем. Все равно у меня бомб до хера. Да, монетку мне не достать, это жалко. Так. Дамаг берем. Пипец, у меня уже слезы. Не-не-не-не, спасибо. В следующий раз. Ай, бля, ладно. Здесь уж ладно. Так, Хагалас я ставлю себе. Магазин тогда побежали. Я просто... Хотя... Это только Некрополис у нас этот... Поэтому побежали дальше. Батарейку возьму одну. И побежим.
Молоком, да? Ну, возьму молоко, так как у меня не так уж много хп. У меня хп мало. Плюс у нас, если будет сделка с дьяволом. Так. Фу-фу. Бомбы. Побежали. Отличненько. Я купился. Так, телепортация босса, телепортация... А не, Стрэндж. Аголос, тогда пойдемте где-то заюзаем. Так, батареечка плюс. Плюс батарейка. Ох, нихера себе. Тусарт. Думаю. Как-то мне везет. А, возьму волны. Возьму тустарт. Возьму батарейку. А, это The Fool, черт! Ладно, плевать. Тупанул жестко, да, 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 да. Это я виноват. Здесь уже мои проблемы. Вернее, то, что я потом не смогу от мамки уйти оттуда. Висут батареек. Нужно будет все потратить тогда мне в этом. Давайте здесь я хагала заюза, я думаю. Зайдем, выйдем. Что дали? Кто дамаг? Магазин. Открываем челика. Ладно. Докуплю сердца. Черт. Так, ладно, помойку купим. Помойку купили. Погнали наверх за батарейкой. Блин, хотя давайте я еще эту куплю. Ай-яй. Last, последний я могу нажать. Всё, да. Ладно, лестница, карты. Да. Такое. Такое себе. Извини. Такое ж себе везение. Если смотреть то, что у меня этот еще плюс, сейчас уже начинается босс. Нужна срочно батарейка. Одна хотя бы. Бла-бла-бла-бла. Спасибо, очки. О, Джара. Это еще лучше. О, у меня же еще золотая комната, ё-моё. Ах ты ж, ё-моё. Давайте сразу Джару на батарейке юзу. Яра. Яру. Джару, Яра. Одно и то же почти что. Так, ключи. Сразу идем с вами наверх. Бля.
Да, везет мне. Везет мне не то слово. Давай, хорошее сердце дай. Блин, жалко, что двойные сердца еще не падают. Блин, я думал 40 энергии. 40 энергии. Ладно, поехали. Наверх, наверх. Да. Ладно. Возьму тогда. Там две, да, активки. Ладно, вот это возьмем. Я не помню, что он дает на самом деле этот паразит. Power Pill. Мы идем к боссу. А нет, правильно шел. Мы идем к боссу. Может, у нас еще на Rush Challenge попадем. Ой, так. Отлично. Так, а теперь давайте вспомним, куда мы уже ходили. Мы ходили с вами. Угу. То есть так, да? Ну, погнали наверх. Так уж и быть. Так уж и быть, пошлите наверх. Мы не ходили ни туда, ни туда. Ходили туда и не туда. А, мы только за этого, за Зазели, да? О, ништяк. Ну. Уголь, уголь. Бля. Крампус. Ну, ладно. Пипец мне везет. Босс-рум. Босс-рум, босс-рум. Сейчас еще книгу мы с вами эту зарерулим. Да? Батареечки дайте мне только. Ай, ай-яй-яй. Капец там снарядов. Так, вижу очень хороший предметик, который мне сейчас нужен. Но я уже как раз это. 99 бомб. И без туда айтемов мне дают. Так, ну я возьму книгу сначала. Зареролю ее. До 10, да? Давайте до конца тогда пройду. Так, снаряды. Еще одна батарейка. Ништячок. Рандомные слезы. Набор ключей.
Блин, подкова. Я подкову хотел бы взять. Я бы подкову взял. Вот жара еще плюс. Блин, погнали тогда наверху батарейку спавню. Вам батарейки наверху. Блям. Блям. Так, погнали лучше верхний тогда предмет. Раз, последний зале ролю. О, деньги, это урон. Плюс еще один, считай, урон получил. Так, реролим здесь. Блин, ладно, давайте тогда уже до босса. До босса пойдемте. Не буду брать ту последнюю батарейку. А, тут у нас шипастая комната. Так, ту дамаг возьму, чтобы был. Ту дамаг я возьму. Так, пол сердца. Мне кажется, еще хватит на один заряд целый. Еще хватит на целый заряд. Так, это ж у нас первый, да? Ай-яй-яй-яй. Попался как я. Плохо я попался. Так, окей. Тогда бежим мы наверх. Реролим предмет. Забираем то, что будет. Главное, чтобы это было не активка. И все, отправляемся на босса. А, ладно. Да. Не повезло. Ну, еще есть шансы. Еще есть шанс один. Если я сейчас возьму батарейку. А, у меня есть. Подождите, а мне не откроется это адская комната, да? Я же там в это входил, на Крампуса. Сейчас, подождите. Да, я ходил на Крампуса, поэтому я в адскую комнату не пойду. Если она откроется. Блять, ты что, именно вылез подо мной? Ты что, херел? Берем хп-дамаг. Уходим. Я там Крампус оборал. Поэтому туда не вариант идти. Все, тогда идем реролим предмет. Снова же. Нам повезло, нам дали мясо. Так. Давай, ну пожалуйста, нормально. Ох, есть. Только я не знаю, что он дает. Честно говоря. Ну, ладно, пускай будет. По сути, у нас ложка эта должна работать как бы на врагов движущих, но почему-то я этого не замечаю. Она должна работать как самонаводка. У этих хороший камень. Очень хороший камень. Ладно, погнали. Погнали ниже. Ниже. Блин.
Уже не повезло, я уже задамажился, кайф. Эп. Уп. Пуп-пуп-пуп-пуп. Так, ну у меня ключи есть, поэтому... Повезло. Сколько дамага? Сколько дамага? Дамаг, дамаг, дамаг. Тихо, сюда пойдем. Так, сердце выпало. Секрет рум, я не уверен, что он тут есть. Ух, повезло, что не зажали. Еще урон. Батареечка. Интересно, повезет мне? А, точно не повезет. Да, зубы вылетают уже часто. Естественно, мне тогда монетки нужно собирать. Ой-ой-ой. Что там было? Ту даймонд. Ух ты ж ё. Всё, мне максимальный урон. Нахер отсюда. Мне максимальный урон от монет. Ещё ту даймонд. Не, если мы найдем попрошайку денег, я ему, конечно, подоначу, но не уверен, что он все заберет. Так, бомбочки. Бомбочки, бомбочки. Герор, да? Ну, в принципе, погнали. Все. Как-то быстро. А, стоять, это ж... Что я вообще думал, о чем я... Ладно, погнали, значит, другие комнаты посмотрим. Так, сразу хороший камень. Нужно еще поискать хорошие камни, если будет повзрывать их, и если будет достаточно, я пойду в шипастую комнату. Так, сломатая карта, одна секретная комната. Окей. Так, нехороший, нехороший. Тут обычные щели, мне кажется, что я хороший камень, но это просто щели. Ух ты ж, ел. Норм так мне. Еще дали. Блин, ну смотрите, я в принципе могу... Но я черное сердце теряю. Или фиг с ним. Зараза. Что делать? Ого, тут даже секретка есть. Секрет рум, секрет рум. Ладно, побежали в шипасту. Эх, челик, дай мне сердце, а. Черт. Обидно. Обидно, обидно. Что сказать. Подождите, что значит серенькая? Это у нас ранду... Вот эти хери, да? Ненужные. Ладно, побежали за сердцем. Двигайся. Можно еще попробовать таблетки здесь поглотать. Одна не хочу.
Но она мне ни хера не даст. Да и чё вы мне в тупые комнаты засовываете? ПКшка. Бля. Карта моя. Мы с вами ходили в рай, значит, нам в рай. В рай. Я использую эту на, скорее всего, или на Айзеке заюзать. Айзек сильнее же, да? По сути, Айзек сильнее, чем синий младенец. Плюс 2 дамага с чем-то. Тогда мы с вами вот сейчас даже как сделаем. Ай, блин. Мы заюзаем. Не, давайте я лучше тут тогда возьму. Хотя... Блин. Ну так как Айзек сильнее, да, возьмем тогда эту карту. Потом вернемся. Тогда вернемся потом. За той картой, чтобы убить синенького. Вещи сдыхай. Так, я фул хп. Бомбы. А, повезло, повезло. Ниже идем. Ой-ой-ой. Везет. Той клапс. Подожди, это точно то, что мне нужно? Так. Тренька это. Даю 2 дамага чем-то. То дамага на комнату. Так, отлично. Плюс удача. Я лучше возьму плюс удача. А, фамильяр. Фамильяр у меня с наводкой будут. А мне такое не нужно, чтобы фамильяры были. Наводкой. Мне тогда так, хорошо. Эффекты анименс. Так, отлично. Почему бы нет? Заюзаю Джокера. А, фиговый предмет. Реролим. Берем. Уходим. Ай, блин. Не могу попасть. Наконец-то. У меня теперь 2 подливы сразу под ногами. Две подливы под ногами. Ми-ми-ми-ми. Готово. Что здесь у нас? Заюзуем. Моним.
Ну что, поехали. Поехали, поехали. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Так, поехали. Где у меня там карта эта? За ней еще бежать хер знает сколько, тучи лет. А, не беда, может еще хорошие камни даже найдем. У нас остается только синий младенец. Так, телепорт к боссу. Плюс дамаг. Да, нету хороших камней. Печально, конечно, но... Так уж сложилось все. Даже предметов не дали. Хотя у меня есть один реролл, а сейчас будет у нас сундук. Да-да-да. В сундуке повезет, и мне еще дадут что-то добренькое. О, у нас уже сатанинские эти комнаты есть. Ништяк. А, вот у нас. Пишем. Так, дамаг. Берем. Блин, зря я думаю, я только что сейчас это взял. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Чё-то я тупанул. Побежали. Вот вы мне ее так предлагаете, да, забрать? Вот забери ее, она нам не нужна, забери ее. Фига вас. Блин. Четыре атаки сразу идет в один момент, но она не ощущается, она не ощущается. И где сундуки еще? Дайте мне еще сундуков. Сундук. Отлично. О, бэбик. Еще, что вы жмотите? О, спасибо. Видите, как вышло? Отлично. Ну хоть и стоять. Пойду лучше здесь за реролю. Такое. Вот такое. Ладно. Такое такое. Если получше не найду, воспользуюсь этим. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Фига себе. А, я понял. Возвращаемся к началу, да?
Конечно, не по всей карте теперь херяч, но... А лучше, чем ничего. Так, давайте, короче, пойду наверх, наверное. У нас тоже все равно все одинаково здесь. Мне еще букворм дали. Букворм это еще хорошо. Все лучше и лучше. Все лучше и лучше. Паучок. Букворм. Дальше. Ух, Батист. Ай-яй-яй. Так, давайте сразу мир открою. Хорошо, у нас еще есть один рерол. Так, погнали реролить, короче, предмет, который у нас находится снизу. Самый ближайший. Нет, подождите, самое ближайшее я возьму на босса. Томас, тише. Видишь, я думаю. О, золото. Плюс еще дамаг. И все, в принципе, это можно уже брать с собой. Если только повезет, там и батарейка выпадет. Я еще смогу пойти зареролить. Так, отлично. Вот гарпи. Отлично, отлично. Ух ты ж, ё-моё. Да вообще, где враги? А, вот и где. Знаете, сколько книг. Ну что, просто заходим. Юзаем карту. Юзаем ульту. Готово. D20 получен. Прекратишь ты орать, ты жопа. Что ты, Илюш, ну что ты такое? Ну что? Пока. Прижоль, блядь. Томас. Я назвал. Ай, ложись, блин. Ну вот, ладушечка, смотри. Ложись. Орёт он. Ой, D20 открыто, поэтому... Как-то, знаете, шло быстро-быстро, а сейчас что-то целый час. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!